Разделывала, разговаривала, против милого стояла, разговаривала, против милого стояла, разговаривала. Сегодня открылась выставка моей коллекции. Это те костюмы, которые я шила для себя в течение долгого времени, с 1994 года. Но она никогда не планировалась как коллекция. Это все те костюмы, которые я шила и в которых пела и работала. Это все костюмы крестьян, которые традиционно носили здесь, в Западной Сибири. Первые сюда пришли вслед за казаками и остались здесь старожилы. У меня здесь есть старожильческие костюмы. Следом произошел раскол православной церкви. У меня представлены старообрядческие два костюма. Затем все хотели идти в ногу со временем, и, соответственно, стала гаснуть традиция. И городской костюм у меня представлен, вот, в частности, на мне платье как раз из времени конца 19-го, начала 20 века. В этом году по программе мы шьем свой костюм. И то есть пришли посмотреть наглядность костюма, какие цвета можно использовать, какое шитье можно использовать, как это вообще сочетать, как это раньше делали. Мне понравилась рубаха на кокетке, это шитьем. Подумываю на том, чтобы, может быть, сшить свою. Это балманская парочка. Село Балман – это старинное, очень известное село, известно своими песнями. У нас многие фольклористы поют песни села Балман. И вот это парочка, вот она в традиции Балмана. Парочка – это означает, что кофта верх и низ из одной ткани сшиты. И вот так именно они дополняли костюм вот таким передником, обязательно вот как-то украшали кружевом. Вот один из примеров.